Всем привет, меня зовут Михаил, и сегодня мы продолжим серию роликов, посвященную строительному оборудованию. И сегодня у нас на обзоре вибротрамбовка бренда Кайман Микаса MTX80HDR. Давайте вкратце поговорим про технические составляющие нашего оборудования, узнаем ее характеристики и познакомимся с ней более подробно. Вес данной вибротрамбовки составляет 84 кг, сила удара 15,6 кН, частота вибрации 679 ударов в минуту. Размер платформы основания 285 мм в ширину и 340 мм в длину. Теперь более подробно познакомимся с узлами нашего агрегата. Первое, давайте рассмотрим двигатель. Двигатель установлен Honda GXR120. Это двигатель, специально разработанный для вибронагруженного инструмента, мощностью 3,1 лошадиная силы, объемом 121 см кубический. Данный двигатель имеет горизонтальное расположение вала и чугунную гильзу цилиндра. Двигатель рассчитан на большой срок службы и беспроблемную эксплуатацию. Топливный бак составляет 3,6 литра. Что позволяет нам работать без проблем до 3 часов без дозаправки. На топливном бачке очень удобно располагается датчик моточасов и оборотов двигателя. В выключенном положении у нас идет отображение моточасов. В тот момент, когда мы запускаем двигатель, у нас идет отображение оборотов двигателя. Также очень удобно, под рукой оператора находится многофункциональная система управления работой нашей трамбовкой. Первое положение – это положение в выключенном двигателе. Второе, мы открываем топливный кран. В третьем положении мы запускаем двигатель. В четвертом положении мы регулируем обороты двигателя. При этом не надо нигде включать заслонки, подсосы, переключать топливные краны. Все находится в одном месте, под рукой, максимально комфортно и просто. Поскольку трамбовки работают в экстремальных сложных условиях, особенно там, где поднимается взвесь, пыль, значит, каким бы ни был профессиональным двигателем, очень важна эта система фильтрации воздуха. То есть непосредственно тот воздух, который поступает в наш двигатель. Практика показала, что чем чище воздух поступает, тем более большим службам и ресурсом будет работать наш двигатель. Опытным путем эксперты, инженеры завода Микаса разработали четырехэтапную систему фильтрации, благодаря которой получилось достичь в 3-4 раза больший срок службы двигателя. Итак, рассмотрим поподробнее, за счет чего двигатель живет так долго. На барашках откручивается крышка. Значит, первый элемент фильтрации – это двойной циклонный фильтр. То есть у нас засасывается воздух через специальные патрубки. Вся взвесь, весь абразив отбрасывается от нашей трамбовки, от наших рабочих частей. Дальше. Снимается второй, третий этап фильтрующий. Это поролоновый фильтр первой крупной фракции, который отсеивает, очищает крупную взвесь, которая все-таки проходит через циклонный фильтр, двойной циклонный фильтр. И дальше идет губчатый фильтр мелкой фракции, который очищает уже оставшуюся взвесь, которая, возможно, туда каким-то образом уже пытается добраться. И четвертый этап – это фильтр автомобильного типа. Каким бы ни было профессиональным оборудованием, возможный рабочий цикл, максимально простой и удобный для оператора, возможно совершить только благодаря удобному и комфортному инструменту. Инженеры продумали это. Как мы видим, находятся резиновые демпферы. Таким образом, инженеры снизили вибрацию, передающуюся на руки оператора. Как все мы с вами знаем, вибрация – это крайне негативный эффект, который негативно воздействует на сердечно-сосудистую систему, на позвоночник, ну и в целом на организм человека. Минимальная вибрация позволяет нам работать большее рабочее время без вреда и без усталости. Соответственно, на нашей технике можно работать полный рабочий день. Те, кто работает таким профессиональным удобным инструментом, не понаслышке знают, что после такой системы работать на обычной трамбовке просто невозможно. Дальше. Значит, двигатель у нас защищен, рама очень надежная, прочная. Также немаловажным и приятным фактом считается то, что сильфоны, она же гофра, сделана из специального полимера, внутри значит, сетчатый, перфорированный, что повышает ресурс нашей гофры и рассчитан на срок жизни вибротрамбовки. Платформа основания, она же подошва,
Сделана из металлических элементов, сверху и снизу это листы металла, центральная часть это прессованная фанера. Данная компоновка позволяет работать долгий период времени, это не месяц, не сезон, это года, и не требуется производить замену данного элемента. Транспортировку лучше всего, конечно же, производить не в стоячем положении, как она находится сейчас, а с определенным движением. То есть в передней части находится специальный транспортировочный ролик. Техника напоминает четырехтактная, не двухтактная. Правильно, как производить транспортировку. Беремся за ручку. В нижней части также находится ручка. И наклоняем, и в таком положении, когда он находится уже в лежачем состоянии, производим транспортировку. В двигатель заливается масло 10W30, в рабочий вибрирующий орган также масло 10W30. Используйте оригинальные масла, производите замену 50 моточасов, и ваша техника будет радовать вас долгие годы. Итак, напомню, что при весе 84 кг сила удара 15,6 кН и большая частота ударов 679 ударов в минуту позволяет нам работать с трамбовкой на всех возможных материалах. Будь то щебень, гравий, песок и естественная почва. Все оборудование производится в Японии, имеет жесткий контроль качества. Благодаря надежным узлам японцы отличаются тем, что никогда не экономят на своих компонентах. Благодаря всем этим элементам в совокупности получается, что мы способны предоставить гарантию 3 года без каких-то либо проблем. Если вам понравилась данная вибротрамбовка или нужно другое строительное оборудование, которое у нас есть в наличии, вы можете посмотреть на сайте Shop Uniso или приехать к нам в дилерский центр. Находимся мы по адресу город Химки, Ленинградское шоссе, владение 29Г. С вами был Михаил. Пока!